В первую очередь, когда ноги проходят, очень многие ошибку делают. Просто сразу же сюда идут, а тот переходит, хоть вы его кинете 2-2, там, и а то и можете себе положить. Поэтому сразу же, как только прошел, любой борец будет метиться за вторую ногу. Поэтому, чтобы этого не было, локоть и шею. Да. Дальше смотрите, этой ногой ставите сюда вперед и как на растяжку, то, что мы каждый день на тренировке делаем. Вот это движение. Оп, сюда, оп, сюда. Когда на шпагат, помните? Вот это движение вот здесь идет. Еще раз. А когда плечо прям вот здесь вот и невозможно сюда дотянуться, на обратку кидает, вот сюда нужно вывести плечо. Видите, я его прям вот сюда подниму. Также со стойки, нету разницы. Когда плечо выводите, отсюда можно отрывать. Ваша ошибка. Плечо не выводите и тянетесь, а он начинает вверх поднимать. Ошибка. И сейчас один атакует, как Буайсар Сайфиев. Вот. Его движение не останавливайте. Идет. Вот, встал. Делайте обратно. Еще раз. Не надо останавливаться, брать, кидать. А его движение не останавливайте и кидаете вперед. А еще один такой нюанс здесь. Профессионалы, когда проходят, идут на обратку, что делают? Они садятся здесь на бок, чтобы не дать. Садись на эту ногу. Вот так вот. Не-не-не-не. Смотри. Когда делают обратку, что делают? Вот сюда садятся. Ну, на бок. Ну, не дают эту. На обратку. В этом случае что делаете? Вот. Перекрываете просто. У многих